Подожди меня-то, Саш. Ну, Саш, она при тебе родила или как? Или ты зашел? Чего? Класс, 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 класс. Приехали с Тамбова, и тут началось. Где? Обалдеть. А теперь показывай, кто это. У нас окатилась первокотка беленькая. Мы ее сегодня только перегнали в это помещение. Там такая красота. Сейчас будем доить тоже. Ой, какой пятнистый, классный. Саш, покажи. Мужик. Мужик. Это коричневый, да? Блин, хоть бы эта девка была бы. Ой, я не могу. Блин, мужиков что ли? Одни мужики. Ну смотри, как. И глянь, какой он просто мраморный. Обидно, конечно, что мужики, ну какие же зачетные у первокотки, такие крупные козлята. Особо даже не было видно этого живота, какие же они классные. Обалдеть, обалдеть, какие клевые козлята у меня родились. Мужики красивые. Какие же классные козлята родились, как жалко, что это не девочки, я бы себе точно такого бы. Оба сосали сиську. О, видите, какая мамаша. Главное, сама беленькая. Она такая бежевенькая. Это, кстати, от Марины Тишкиной. Марина, посмотри этот ролик. Каких красивых, обалденных козлят родила козочка. А я вот думаю, может, этих парней под ней оставить. Пускай выкармливают. То есть они прям оба стояли и ее пили? Какие классные. У нее уже и послед родился. Это она без нас тут, пока мы там в Тамбов катались. Ой, какие. Они огромные какие, они здоровые. Очень красивые. Так. Плод номер один. Вообще, конечно, обалденный окрас. Вот, мои дорогие друзья, предлагаются на продажу, конечно же, козлики. Вот. Все это можно будет обсудить в личке, в телеграме. Напишите мне, ссылочку оставлю. Конечно, ребят, будем продавать. Еще один прекрасный козлик, которого принесла нам наша белая козочка, первокотка. Но смотрите на него, на его экстерьер тоже хороший пацан и красивый. Ты эту хочешь удочерить, да, козочку? Это не твоя козочка. Такая она у нас мамочка прям заботливая. Даже на ту козочку отреагировала, что она плачет. Чужойка. Всем приветики, мои дорогие. Как и обещала, снимаю утром продолжение. Александр тут уже нагрел молочко. Доброе утро. Доброе, доброе. Я опять перегрел. Опять перегрел? Да что ж такое-то, а? Так, ну что ж, телята себя чувствуют прекрасно. Комбикорм едят хорошо. Нормальный. Давай, да. Вперед, ребята, кушаем. Кушаем, никого не слушаем. Все приучились с ведра пить. Все приучились комбикорм хорошо есть. Да, он вылизывает. Саш, насыпем прям побольше. Сейчас, сейчас покормим. Да это я им говорю, сейчас покормим. Козевишны, девочки, красавицы, заходим. Заходим. Слушай, у тебя уже... Их бы лучше по-другому поставить. Ну, не знаю, может, ты как-то придержишь. Нет, ведро куда-то дети. Мне надо подоить ее как-то. Она, вон, видишь, ногой как бьет. Она же не привыкла доиться. Что? Вот такое у нас вымечко у первокоточки. Но доиться она у нас совсем не дается. Брыляется, что есть мочи. Давай. Такое красивое прям вымя. Платное? Мой парень.
чего? Что такое? Иди ко мне. Ой, ты тоже прям большой, крупный парень. Ноги гляньте. Ага. Мощняк. Давай. Не туда. Вот. Вот, все. Чего-то. Вот сейчас и будет. Он попил вчера. Крутится. Там же тоньше. Не понял. На коже сидит. Пошли. Честно сказать, я не помню, что я там говорила ночью, когда снимала первую часть ролика про продажу этих... Про продажу этих козлят. Что она там делает? А, у нас вторая коза не хочет доиться. Вот, и я повторюсь, что да, козлики, конечно, будут продаваться, и со мной можно будет связаться в личке в Телеграме и написать по поводу того, что нужно вам, не нужно, находится вы в Тамбовской области, самовывоз. Продаваться они будут где-то через недельку, когда уже будет понятно, сколько дают их мамы. Но белая коза, по-моему, по моим ощущениям, будет давать больше. У нее крови там супер-пуперски, я покупала ее в хозяйстве Марины Тишкиной. Но и как бы сейчас я не предлагаю продажу девочку, которая у нас родилась от познавашки, хотя познавашка тоже уже около 2 литров дает. А что там, неделя сокота, что ли? Ну, в общем, нормально для первокотки. Ну, в принципе, да. То есть на хозяйстве спина, она действительно будет болеть всегда. А чем больше хозяйств, тем сильнее спина болит. И почти постоянно. И Лоло, и Лулу. Уши-то не макайте, красивые. Ничего, не отвалится. А мне сейчас уезжать в город, не знаю, насколько. Дела, так сказать, насущные. Ну и вот после уже поездки приеду. Может быть, вечерком обезрожим малышку. Ой, какая классная вообще, обалдеть. Растет не по дням, а по часам просто. Вот вообще уже огромная. Давай. Когда надо, не загонишь. Да. Иди. Что, я в обед ее только одну поймал? Да. Что там, живы все? Все живы. Все здоровы. Иди сюда, Яшма. Яшма еще даже вы мне наливает. Так что пока что ждемся. Ой, ничего не видать. Далеко камеру поставила. Помню, сколько я так роликов записывала, когда выходила на хозяйство сама. Другой раз управишься, или наоборот перед, или во время даже. Но так вот сядешь порассуждать, чем лучше деревенская жизнь городской, или какие преимущества для нас, многодетных, жизнь в деревне. Вот, и расскажешь про коров, кого выгоднее держать, кого невыгоднее. Сейчас вспоминаю это все немножко смешно, немножко... Такая, сказать, знаете, ностальгия по тем чувствам, которые я испытывала в самом начале сюда прибыв. Вот. И сейчас уже достаточно длительный срок я, да, здесь нахожусь. И прекрасно понимаю, что розовые очки спадают. Нет, вернуться в город я совсем не хочу. Нет. Дело не в этом. Дело совершенно в другом. Саша тоже сейчас вот... Чуть-чуть, можно сказать, на маленьком хозяйстве, которое
уменьшена в два раза, как так точно, да, уже надорвал спину, потому что телят потаскал, потому что кокос сейчас на станок надо затаскивать, а там дальше хуже, как говорится, чем больше хозяйства, тем больше надрываешь спину. И это с учетом того, что у нас есть Сергей Петрович, так это вообще, вообще не считается. Я сама лично таскала тюки сена по 25 килограмм, рулон толкала, раскатывала. И я сейчас этим не кичусь, потому что тоже поднадорвала здоровье. И вот это, вот, наверное, самая краеугольная и остроугольная тема, когда речь заходит о здоровье. Потому что если здоровья нет, то ты в деревне не справишься ни с чем. Ну, может, если только за курами будешь ходить, не знаю. Даже козу будет тяжело держать. Вот. А так, в принципе, я сказала, что все классно, все здорово, когда дети растут на натуральном корме и дышат свежим воздухом. Ты вкладываешься в их здоровье, правда, свое теряешь. Ну, не знаю, в общем, тут еще пока остается много вопросов, что меня делать ждет. Дальше. А? Меня ждет. Да, тебя. Я вчера здесь. Это ты здесь расчищался? Ну да. Ну, молодец. Что мы с тобой делать-то будем, если у тебя уже от двух коз спина болит и от трех телят? Как же мы хозяйство-то разводить будем? Ну, так и будем, пока не сломается. А пока не сломается. А если он у тебя через неделю сломается? Не сломается. Не, моя любимая поможет, укольчик. Уже три колю, любимая. Так, наверное, все-таки я закончу этот видеоролик, чтобы вы от нас не устали, а обезвоживание козочки на следующий раз. Вот, это минеральный блок. Саша, когда я говорю на камеру, ну, пожалуйста, не перебивай меня. Мне же потом сложнее вспомнить. Дубль два. Шутник. Как патока? Она не, она покрепче. Патока, она совсем гладенькая. Ну, то есть она как твердый пластилин, ну, так скажем. Специально так и сделано, чтобы они не срезали быстро ее. Вот иди, а поставь им одну. Посмотри, как они будут ее лизать. Те идут и козы. Ну, конечно, там еще ведра, что-то там такое вкусненькое поставили. Сейчас лошадь никого не подпустит, пока сама не налижется. Давай еще ведра тащите. А, витаминки, вкусняшки. Да-да-да. Такая. Ей кажется, что в другом ведре вкуснее. Смотри, уже от третьего ведра отогнала. Смотри, 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 не разрешает, а? Умка такая, ты не обнаглела ли? Ну, все, теперь уже точно давай прощаться с нашими зрителями. Нет, давай скажем лучше до свидания, до скорых встреч. Мы вам обязательно поснимаем обезвоживание, кормежку, все наши новости сельскохозяйственные. Ну и делитесь в комментариях своими впечатлениями. Ждем, ждем, очень ждем. И лайков тоже. Нет, там нет ни сахара, ни соли. Нету соли, нету. Это просто минералы, витамины. Ой, как вкусненько. Ай, как вкусненько, да? Какое чудо. Агатушка.